Сегодня мы проводим мастер-класс, который проведет Екатерина Гамова. Я никогда не разорву связь с этим городом. У меня есть друзья, у меня есть люди, которые здесь работают, в клубе, да, в котором я отыграла последние 6 лет. Я приезжаю сюда действительно как домой. Выдающаяся волейболистка. Ну, каждый стремится стать такой же. Я, конечно, хочу быть на нее похожей, потому что она большая волейболистка, многого достигла. Я также хочу. Идея, да, была Катерины. Значит, она пришла с этой идеей к нам. То есть получилось так, что именно благодаря руководству Республики Татарстан, значит, Асгат Ахметович Сафарову, он поднял этот вопрос уже у президента, и Рустам Ингалевич как бы дал добро на развитие данного проекта. В самом училище Олимпийского резерва будет открыт, ну, скажем так, группа в рамках школы Гамовой. Но далее эта школа будет расширяться, увеличиваться. Первый год будет работать только женская команда, 14 девочек. Сегодня мы пригласили 40 лучших волейболисток 2002 года. Вместе с ними сбор проводит главный тренер молодежной сборной, олимпийская чемпионка Сафронова Светлана Михайловна. Ну, в общем-то, эта команда будет базовой командой сборной России. Мы собрали все данные, которые нам нужны, это будет обрабатываться, и первый сбор у нас будет, может быть, даже в Казани, где-то в середине ноября. Главное подать подачу сейчас, да? Ставите блок, обязательно защите, пожалуйста, там, что на той площадке, что вот у вас, двумя руками играете. И подбивайте его повыше, чтобы можно было дать передачу и организовать атаку. И все страхуйте, главное, нападающих, потому что там вот стоят, и девочки никто не страхует, мяч просто падает. И... Я все-таки даже на площадке, стоя за площадкой, я смотрю на все, что происходит внутри, как игрок, да, и старалась подсказать девочкам, как игрок. А у них есть тренеры, и тренеры заслуженные, и тренеры мною любимые, например, Николай Михайлович Сорогин, с которым мы сегодня вместе тут были. Поэтому, нет, тренером я пока не планирую быть, но участвовать я всегда буду принимать участие, конечно. Вначале, можно сказать, волновались немного, а потом по ходу уже разобрались и волнение прошло. Ну, я волновалась, и я результатом довольна.